водой. Замечательно. Чай со вкусом воды. Простенько, со вкусом чая. Растворимая вода, просто добавь воды. У нас есть еще какая-то шняжка. Кукуруза, простите. Есть подозрение, что котлетки, она окажется... Колеса. Колеса классические. Короче, это свечи. Это есть капучино. Еще вот такой вот местный энерджетик. Big Shock. А там у нас заныкала куча всякого пива. Где-то там, короче говоря. Вот такие маленькие лайнчики. Я скоро выхожу. Вы выходите на следующий? Да, следующий. Ого! Что там? В автобусе ехали Slayer. Ну, может и не они, но во всяком случае вокруг автобуса куча наклеек Slayer. Стесняюсь на камеру. Я представь, что это не камера, что это секреты. Не, ну... Представь, что это маленький хомячок. Я хотел сказать вам что-то такое чисто... Интимное. То, что ты говоришь только хомячкам. Простое, да. В то же время доброе, теплое. На камеру она все портит. Ну, короче, в любом случае, было классно, но я... Ну что, блин, это было отдушено, я отдохнул душой, можно сказать. Ну, да, теперь вернулся к своей... К суровым будням. Ну ничего, ничего. Мы тебя готовы принять снова на родине. Мы тебя любим и таким. Ну, чтобы вы были готовы меня принять на родине, надо прострадать тут еще немного, чтобы как-то соскучились там, чтобы оценили как-то. Ну да, ну да, это как-то так. Вот так получается. Не плачь, Дима. Все будет хорошо. У Толика. Я вспомнил, кому еще. И прикольно. Прикольно. Весело и прикольно. Можно было рассуждать на такие темы, на которых у вас типа не принято. Сейчас что-то. Это реально, знаешь, от этого не хватает. У нас такое, знаешь, вот с одной стороны, мы как бы рады об этом говорить, а с другой стороны... Мы стесняемся. Мы даже в туалет полетели. Не то, что мы стесняемся именно об этом говорить. Обычно так разговаривают. Нам просто Толик должен толчок извне. Толик, понимаешь, мы даже в туалет по отдельности ходим. То есть у нас настолько все. Понимаешь, у нас реально. У нас не так, как в Москве. Ну, да. То есть не Европа вообще. Было весело и прикольно, да. Толик, ты такой забавный. С тобой забавный. Тоже с нами покатался, а что скажу, забавал. Все, счастливо. Ну давай, приезжай еще, короче, как-нибудь. Приезжай еще? Еще, да. Мы будем рады всегда. Все, давай, держись. Мы весело с тобой. С тобой весело и прикольно. Ты сможешь. Милицию замените. Ты же тоже можешь за сиденье откинуть назад именно нормально так. Солнышко на них светит, да? Металл. Металл. Металл? I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Эх-эх-эх. Большая часть пути уже позади. Осталось пересечь границу. И мы в Украине. Наш водитель все еще пытается впарить свои сигареты, но что-то пока никто не заинтересован. А вот с такими значками в Польше ездят ученики. Отпусти меня! Произведение я назову «Курица в пражском ресторане». В ее честь посвящать. Можешь просто назвать «Кобылизи». Вот тебе. Вот так вот. Рассекретили. Опарышек. Ну, какашки. Свеженькие. Какашки, опарышки. Тоже. А этот все на тупо пломбир. Налегает. Копай. Тупо пломбир, ничего больше. В жизни не надо. Вот.
что еще? Тупо пломбир и никаких пластин. Если надо, то можно подзаправиться немножко. Зачем? В Украине будем убивать? Ну да, надо сначала через границу переехать. Там дешевле. За границу, ну хватит. Гривни есть, будете евро. Кто спал на моей кенгурушке? Знаешь анекдот, да, про... Кто в семье хозяин? Кто в доме хозяин? Знаешь, да? Нет? Ну, мужик, значит, на работе там спрашивает, ты что такой именно... Дерзкий. Не, усталый, опухший, замученный. Он говорит, да дома вообще жена, тёща. С иллюстрациями анекдот. Вообще житья не дают, капец, в общем. Эксплуатируют и, в общем, ужас. Эксплуатируют. Так слушай, вообще, ты приди именно. Фотографии. Не выйди на кухню. Ничего страшного. Там, где они. Сейчас, значит, ну да. Кулаком по столу так бахни и скажи, кто в доме хозяин. Надо же держать именно в нормальном, ну, самом, в повиновении. Вот, ну он, значит, думает, да, действительно. Приходит домой, в комнату там где-то заныкался, значит, 100 грамм хряпнул для смелости. Выходит на кухню такой, кто в доме хозяин? Жена, что? Теща, что? А что, спросить уже нельзя. Да, 9 часов на польской границе. И это еще не все. Это еще не конец. Ее старая нет, населена ботами. Наконец-то мы проехали границу. На это у нас ушло порядка 11 часов. В честь этого предлагаю спеть гимн нашей великой державе. Гимн Польша. Вище польская на земле. Вище, вище. А это, сынок, наша родина. Вот так вот, мы это сделали. Вся эта загвоздочка случилась из-за урагана, который мы краешком даже зацепили. Да, но таки нам удалось его объехать как-то. Он был перед нами, и он прошел после нас. А мы его обманули. Мы его... Ураган. Перед нами он посетил Украину, посетил украинскую границу. Ураган Гамбрин. И навалял просто тут... самый настоящий. Это его ураган. После ураган нас Гамбрин. Он зашел. Это название урагана Гамбринус. Да. Дальше есть там ураган Матильда, еще что. Это был настоящий Гамбринус. У нас он зашел в Краков. Там, по идее, тоже всяких краков накракал.